принципиально для тебя игра, потому что ты играл в крыльях, у тебя была не самая приятная ситуация. Брат, я понял. Смотри, нет у меня никакой принципиальности. Обиды и осадок остались, вот, если ты про ту историю, но ни на клуб, ни на город, естественно, так что никакой принципиальности нет, вообще круто, честно. Сегодня был один из лучших в первом тайме, когда я играл. Насколько ты похудел? Потому что, честно, вот все тебя списали в какой-то момент. Списали, видишь, я режим свой наладил, оказался от вредных привычек. Но вот если честно, вот я 97 килограмм и 500 грамм 1 января весил. Сейчас я 82 вешу. Цель какая? Вот. Вернуться, что-то. Большой футбол, да. Предлагает ли сейчас кто-то, есть ли какие-то... Смотри, если как я буду готов, могу себя предложить там поехать и так далее. Но надо много работать. В процентном соотношении. Ты сейчас насколько готов по личным ощущениям? 30-40.